Уникальная и многогранная Самарская Лука – легендарный заповедник нашего края с его удивительной флорой и фауной. С заповедными тайнами «Жигулей» зрителей познакомили создатели фильма киностудии «Волга-фильм». Хотелось бы, чтобы фильм был посвящен, например, растениям, животным, потому что о каждом из этих направлений можно говорить часами. И археологии, и культурные, и исторические памятники. И, конечно, мы надеемся, что будут и впредь сниматься фильмы. О «Жигулях» можно снимать бесконечно. И хотелось бы продолжений, и всего в этом таком коротком фильме, конечно, не расскажешь. Поэтому и о природе, и о культуре, и о людях можно говорить, опять повторюсь, бесконечно. И хотелось, чтобы это был целый сериал. В Доме культуры «Жигулевский» состоялся показ для жителей города Жигулевска и окрестных сел. Студия «Волга-фильм» и режиссер картины Елена Подроманцева представили свой фильм, который кропотливо снимали на протяжении нескольких лет. Все, что хотелось сказать, сказано в фильме. И еще, конечно, мне страшно и волнительно показывать именно вам. Почему? Потому что вы те зрители, которые не просто слышали или знают о Самарской Луке и Жигулях, а которые здесь живут, здесь работают. Несмотря на волнение и страх режиссера, зрители приняли фильм на ура. Относиться к Самарской Луке как к родной, любить и беречь ее, учит картина «Заповедные тайны Жигулей», чтобы самарская земля всегда оставалась притягательной для гостей. Марианна Мирная, «События».